Элита Артплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. В прошлой серии мы остановились на том, что убили Грифона. Теперь нам нужно поехать и донести об убийстве и забрать награду. По идее, он должен сказать, где наша девушка. Ой, куда я пошел? Так, куда надо идти, подождите. Недалеко. Ну, далековато, поэтому быстрее нам дойти до мельницы. И портнуться. Также, да. О, мы даже уровень-то не набрали. Ёлки-палки, я думал, нам дадут уровень за убийство. У нас всего лишь третий уровень, так и остался. Третий уровень, да, у нас. Ну ладно. Потом по дороге поднимем уровень. Ой. Поехали. У нас еще есть одно очко умений. Мы его не стали тратить. Я говорю, как накопить на ловушку? Ловушка стоит, чтобы ее апнуть, да, 6 очков умений. 6. Может, потом просто будут задания, где дается больше очков умений. Не по одному, а сразу там по 2, по 3. Ха-ха, хорош. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов! Вот какой он подлец, а мы-то думали, что он хороший. Это называется двуличие. Я убью Грифона, перестал изображать доброго дядюшку. Я вот не знаю, нужно ли читать мне эти вопросы, если он то же самое повторяет. Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я убил Грифона. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Так, диалоги ограничены по времени настройки. Некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока время не истекло. Нам предлагают взять деньги или отказаться. Ну, конечно, мы возьмем деньги. Что за бред? Чтобы ведьмак отказался от денег. О, может, мне дадут опыт? Нет, не дали. Вот мы слышим, хлестают по жопе его. А, где-то он там, да? Ну-ка, подождите. Уже. Где ты, засранец? Ладно. Все, мы выполнили миссию. Теперь нам предлагают покинуть данную область, Белый сад. Но сначала попробуем собрать второе оружие. Мы нашли рецепт. Шпионить или по делу? Покажи мне свой товар. Давайте продадим все лишнее. Так, это говно. Какаха. Вот, мы хотели топорик, нам нужен 4 уровень. Потом посмотрим. Фигня. Кто вообще фигня? Минус 35. Фигня. Это хорошее, это... Кстати, нужно потом посмотреть, будет трофей. Мы его так и не посмотрели. Сделаем вот так. Это все оставим.
У нас 366 монет. 366. Теперь смотрите, самое главное. Ремесло, и нам нужно сделать второй меч. Вот он, по-моему, да? Главное не перепутать. Нет, или вот этот. Вот этот, по-моему. Так, у нас есть серебряный. Кстати, починить надо, да? Надо еще починить. У нас есть серебряный меч. Нам нужен стальной. Ну вот он, стальной меч. Да, вот самая большая проблема. Это изумрудная пыль. И нужен один... А, ну, железный слиток это ерунда. Изумрудная пыль, железный слиток. Его можно купить, кстати, железный слиток, насколько я помню. А это что такое? А, его тоже можно разобрать, вол. Можно мозг разобрать? Мозг чудовище, прикольно. Все можно разобрать. А здесь железо есть где-нибудь? А, вот мы как раз можем продать. То есть мы можем продать шкуры. Ну ладно, железный слиток нам нужен. Вот он, по-моему, да? Железный слиток. И самое главное, это изумрудная пыль. 571. Очень дорого. Поэтому сейчас мы будем продавать вещи. Много будем продавать. Во-первых, шкуры. Копейки. Так, что у нас еще есть? Это самое главное, чтобы уже можно было продолжить. А он не все еще покупает? А почему? Что за бред? Ну, что-то все дешевое. Коготь можно продать. 24, но мы так замучимся набирать. 571, еще плюс стоимость рецепта. А почему же он остальное не покупает? А где мои шкуры? Подождите, не могу понять. Странно, странно. Ну давайте попробуем продать все, что можно. Так, это все дешевое. Дешевое, все дешевое. Вот. Аметист. Во, аметист можно продать. Смотрите. Все равно этого мало, да? Можно руду продать. 571. Все равно мало. Ну, еще руду продадим. Ну, что делать? Надо продавать. Так, покупаем изумрудную пыль. И теперь, там, по-моему, 71 монета, 71 монета, да, стоит? Или дешевле? 45, ну, еще немножко осталось. Вы видите, какая хорошая экономика? В Скайриме по-другому. В Скайриме у тебя куча бабла, да, и нечего покупать на эти деньги. А здесь, наоборот, тебе огромный выбор для покупок, денег вообще ноль. 45 надо. 45. Это мы оставляем. Странно, чего ничего не покупает? Вот это можно было продать. Ну, сделаем так, ладно. Все, покупаем второй меч. И нам нужно идти дальше выполнять миссии. Чтобы получить уровень. И потом оденем одежду. Бывай. Отлично, у нас теперь крутое оружие. Нас прямо на новик. Крутое оружие. Плюс 18. Ага. Также у нас есть трофей. Трофей полудницы, полуденницы и трофей грифона. Но он лучше, чем этот трофей. А мы не находили? Мы нашли мутаген. Смотрите, мутаген нашли. Только не говорите мне, что я прокачал знак и не поставил его в слот. А, господи, сейчас я это заметил. Я прокачал знак и не поставил его в слот. Хотя, честно говоря, это минимум повлияло, потому что все равно вот эта вот прокачка бесполезная. Нам нужно следующего уровня, который стоит 6 очков. Но все равно. Откройте мутагены. У нас есть мутаген. А где он? Я его продал, что ли? Наверное, я продал мутаген. Ну ладно, ничего страшного. Он нам сейчас не нужен все равно. Куда же я дел-то его?
А где он? Подождите. А что написано один? Ну-ка, стоп. Давайте глянем быстренько, может, я реально продал его. Вы шпионе? Покажи мне свой товар. А я не помню, чтобы я продавал мутаген. Странно. Так я взял мутаген? Я же брал мутаген, ничего не понимаю. Вот у меня линия шкура. А, может, он не берет, потому что он оружейник? Короче, ладно, мы теряем время, пойдемте дальше. Куда-то исчез мой мутаген, без понятия, где он. Ну, думаю, ничего страшного. Вот чего вам всем... Так, смотрим, что у нас осталось по заданиям. Вот, еще есть два дополнительных задания. Мы обязательно... А, нам нужно одно пройти, а второе под вопросом. Второе под вопросом. Давайте выполним это задание быстренько, чтобы уже можно было дальше отправиться. Где он? О, как далеко-то. Найти Дуни. Ну, пойдемте найдем Дуни. Там еще задание, короче, собрать колоду карт. Здесь надо подумать. Я вообще, по-моему, видел... Что ты делаешь? Я видел, короче, карты только в одном месте. Поехали. Реально, куда мутаген делся, я не понимаю. Мы его взяли, насколько я помню, у Грифона. Так. О, как раз здесь еще на карте у нас есть секретное место. Пойдемте проведаем. Что у нас там есть? Я могу отсюда слезть? Могу. А, нифига себе ты отнял здоровье. Понятно, слез. О, у нас стоит арбалет, кстати, я забыл про арбалет. Из него вообще стрелять-то можно? Но он почти ничего не отнимает. Доставай меч. Вот это дамаг. Вы дали, да? Ну, изи-бризи. Ну, пёс, учись, это дамаг. Это утопленники, как они называются? Утопец. Почему не утопленник? На, пёс, прям в прыжке поймал, хорошо. Но они уже слишком легкие для нас. Так, здесь мы собираем мозги. Какой-то клад нашли, кстати. А что, по дороге взяли? Нашли клад. А здесь еще не хочешь брать? Что у нас здесь есть? Еще кое-что мне комментарии написали, да? Самый первый призрак, который был недалеко от начала игры. Мы его убили, по-моему, во второй серии. Типа, я там забыл кое-что посмотреть. Одно место. Потом надо будет вернуться туда. Ничего интересного. Взрывной болт. Ну, вот эти вот взрывные болты и арбалет, это как раз говорит о том, что потом нужно еще раз игру пройти, но уже чисто за лучника. Что с тобой, даунёнок? Ты чё, пёс? Мы просто, видите, броню не прокачиваем вообще никак. А у нас есть, кстати, навык. У нас есть навык брони. А давайте его прокачаем, когда я получу 4-й уровень. Ты залезешь здесь? Ты залезешь. Фига он, Супермен. Когда получу 4-й уровень, я одену броню. И мы прокачаем броню себе. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два.
тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. Ты был на поле битвы? На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Ну, конечно же, братюня. Кстати, до этого был вопрос, я неправильно прочитал. Ты был на поле боя? Надо вот так прочитать. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе. У тебя собака только что в чашку залезла жопой. Ладно, бежим. Бежим за братюней. Надо было, короче говоря, не пить воду, да, когда у меня было мало здоровья, а просто помедитировать немножко. Это играет на чем-то, да? А, нет. Все нормально у вас? Убегаем, убегаем. Сейчас догонят, отпинают нас. Ладно, поехали. Проходим миссию. И нам нужно получить уровень. Нажимаем тап, еще раз тап. И он показывает, куда надо идти. Мне так удобнее через метку, реально. Так привычнее просто. В Скайриме через метку, здесь. Хотя я понимаю, там есть знак отдельный. Чем с собой голову-то возим? Я не могу понять. Мы же вроде прошли эту миссию. А что у нас осталась голова? Грифона. Пойдем на прорыв. Тихо-тихо-тихо, гнездо чудищ. Ну, пойдемте быстренько проверим, что там за чудище. Гнездо чудищ. Ой, тихо, как здесь неудобно-то бегать. А. Ну, где кто? Гнездо гулей, надо его уничтожить. А почему здесь нету гулей? Уничтожить гнездо чудовища можно бомбами. Картечь. Давайте глянем быстренько. Блин, ну почему нету мутагена? Алхимия, по идее, и картечь. Картечь. О, господи, что это? А, калкиум жопарасиум. Ну-ка, подождите. Попробуем посмотреть здесь. А, мы не можем разбирать вещи, да? О! Что-то я нашел. Но она слабенькая. Так, значит, нам нужно потом будет сделать картечь и сюда вернуться. Надо будет не забыть. Еще мы прокачали себе знак. Я поставил руну. Ну, прокачанный навык. Ловушку прокачали. Давайте глянем. Как я понял, у меня две ловушки будет. По идее, да. Видите, сразу два заряда. О, гуля по... А, вот они идут, да ладно. А я думал, не будет драки. А почему я не могу сжечь это говно? Тупо через это, руну огня. На, пес. Опять и ловушку. И врубаем костер. Но! О, видите, там я одну гулю отравил. Там такое здоровье зеленое. Не зеленое, не просто зеленое, как обычно, а такое ядовитое зеленое. Я, кстати, первый раз такое увидел. Ну что ж, смотрите, разобрали быстренько гуль. Ну, вы видите, да, что преимущество есть у нашего героя. Он сильный, довольно сильный стал. Еще мы подбираем какой-то яд. Картечь наш я сейчас не сделаю. Потом надо будет сюда вернуться, сжечь. Я вообще не понимаю, зачем сжигать. В чем логика? Гнездо гулей, надо его уничтожить. Ладно, поехали. У нас есть дела. Ты что, дурачок, что ты орешь-то? Ну, сожжем мы гнездо, оно нам мешает. Наверное, что-то за это будут какие-то плюхи, может быть, опыт. Поехали. Тихо.
Давайте мы сделаем таким вот образом. Мне надоело, что мы всю игру играем ночью. Вот реально надоело. Постоянно ночью сидим. Вот другое дело. Все, поехали. Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Те ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Пойдем, братюня. Обыск карты, понятно. Я очень быстро прочитал. Ну что ж, нам нужно, короче, исследовать это поле и найти его брата. Или мертвым, или живым. Ну, то, что он здесь живой, это вообще маловероятно. Здесь очень много трупов. По идее, очень много здесь может быть плюх. Ржавый меч. Лошадь. Как лошадь взять, подождите. Знаете, как будет быстрее? Вот так вот просто бегать и поднимать все подряд. А уже потом посмотрим, что у нас получилось. Реально. Сейчас быстренько пробежимся. Нельзя пропускать плюхи. Ну, поднимаем, братья. Ой, как... О, видите, как быстро? Потом все продадим. Нам нужны деньги, тем более. Что-то уже много понабрали, мне кажется. У нас, кстати, скоро кончится вес. Ну хорошо, смотрим. Так, там что-то еще есть. Здесь что-то у нас и есть. Брат братом, но нам-то выживать тоже надо и находить перчатки. Смотрите, вот нашли перчатки, лучше чем у нас в данный момент. И эту фигню бы еще найти, чтобы сжечь гнездо. Поехали дальше. Все, быстренько все обшарим. Давай, братюня, давай. Так, лошадь мы уже смотрели. Почему она подсвечивается, не понимаю. Мне кажется, у нас будет перевес. Реально, очень много мы берем оружия ненужного. Ой, тяжелая палица. Ну-ка, подождите. Да, давайте больше не будем поднимать всякое говно. А, слабенькое. Ладно, все, пошлите. Только сундуки и все. Так, нужно найти брата. Нужно найти след. Во. Да я понял, что вы мне говорите. Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял. Он учуял его. А что, почему она красная? Это же добрая собачка. Погоди, следов. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин, он... Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет, он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату.
Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Твой брат прав. Это слишком большой риск. Если бы не черный, мужик бы уже не было. Мужика бы этого не было. Ну, давайте второй вариант. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Да, конечно, он нужен им, тем более у них там деревню сожгли. Мало опыта, мало. Ну что это за сопельки такие? Нам же надо 500 опыта. Ладно, давайте прошарим быстренько и пойдем дальше. Все заберем, все. У нас, да, полно всякого оружия, надо продать. Надо продать, значит. Хорошо, мы сейчас сделаем таким вот образом. А! Так смотрите, это была последняя миссия, мы можем уходить. Вы понимаете, да? Мы можем сваливать, насколько я понял. Попробовать собрать колоду карт можно. А, в любом случае, это все в одном месте, как я понял. А это где вообще? По идее, у этого задания нету места. Да. Но нам в любом случае надо идти в одно место. Вот сюда вот надо идти. И там, я помню, продают карты. Можем попробовать купить их. Можем посмотреть. Ко мне. Также там еще это стоит. Торговец, которого мы спасли в самом начале от Грифона. Ну давай. Шевели жопой. Лошадь врезалась. Лошадь застряла в дереве. Вперед, плотва. Здесь много деревьев. Поехали. И у того торговца можно будет сразу купить все доспехи. Однажды мы когда-нибудь в жизни получим уровень, я думаю. Вообще, на этой карте еще много неизведанных мест. Потом мы тоже будем их осматривать. Но тоже попозже, я думаю. Кстати, было написано, что здоровье восстанавливается при медитации именно на низких уровнях сложности. Ну, мы вначале убирали обычный уровень, как и все. Как они орут, как они громко все орут, а? Закрой пасть уже, говно. Смотрите, по идее, помните, мы не могли продать шкуру, потому что тот мужик, он был оружейник. По идее, этот мужик, он будет... Да ладно, новое задание, это шутка? Наделал штаны. По-моему, то же самое было, да? Да. А почему они опять висели? Ну-ка, подождите. Так, у нас куча всякого говна здесь. Также нужно починить оружие. Ну давай, исчезай. Метка, метка, ты где? Че надо? Вот, все. Нет, мы нового задания не подобрали. Ну хорошо, бежим. Попробуем продать шкуры. Нам сейчас надо очень много денег, чтобы купить остальные доспехи. Приветствую старого. Здорово, братюня. Также. Что у тебя есть на продажу? Можно у него что-то разобрать сразу. Ну, во-первых, продаем все это говно. У него 300 монет. То есть. Например, в Скайриме, да, наверное, при первой же продаже вы все золото забираете у продавца. А здесь такого нету. Чтобы продать на эти 300 монет, это надо постараться.
Ну, конечно, если вы будете продавать там всякие аметисты, да, всякие изумруды, то да. А вот так вот оружие продавая, вы видите, что у него деньги не кончаются. О, уматно. Бесконечно можно продавать. Ну, это говно, фигня. Вот это шикарно, плюс 22, вы прикиньте. Это мы оставим пока. Это тоже оставим, посмотрим, как она вообще работает. Это нам уже не нужно. А шкуры-то ты покупаешь, я правильно понял? Нет. Так кто их покупает? Можно продать торговцам. Наверное, обычный торговец покупает. Да, да, все, я понял. Он рядом здесь стоит. Что ты можешь сделать? Ты можешь сделать военную куртку плюс 2 или плюс 14. Но! Зачем, если у нас есть плюс 22? Логики 0. Оружие никакое ты не делаешь. Он, значит, чисто по доспехам. А зачем эта фигня? А, смотрите. Она, в принципе, хорошая. Нет, кстати, это хорошая одежда. Лучше, чем, наверное, вот это. А, да здесь тоже есть. Да. Ага. То есть здесь плюс 15 сопротивления колющей, плюс 15 ударные. И рубящие плюс 20. 15, 15, 20. Ну да, наша лучше. Во всем лучше, что за бред? Ладно. Бывай. Пойдем, пойдем. То есть в самом начале продается одежда, которая лучше даже одежды по рецепту. Во всем лучше. Пойдемте быстренько глянем, что у нас здесь есть. Где эта красавица? Вот она. Давай, все карты мне продавай. Еще чего-нибудь? Что-то есть на продажу. Может, есть что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. У нее есть хлеб. Он какой дорогой, 17 монет стоит. И карты есть. Карты. Ну, да, дорогие. Может, тебе можно говна продать? Да, ей можно говна продать немножечко, навернуть. Волчья шкура, 156, ну давайте. А давайте глянем, здесь она стоит 156 за все шкуры. 169 максимум. Глянем потом у торговца. Ты мне просто продай. Так, чучело. А как посмотреть на нее? Сила отряда... А, вот, сила отряда 8. Вот это мы возьмем. Сила отряда... Помните, мы играли в карты? Мы потом будем еще играть. Ну, вот так вот давай. Все. Прощай. Прощай. 169 монет. Сейчас быстренько пойдем продадим и купим доспехи. 169 монет. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Приветствую. Да, да, да. Так, да, у него сколько вернуть? Максимум? У него 400 почти. Она просила 169 монет. О, да вы видите, да? Чмо? Она просила 169, а он 104. Ну ты мразь. Знаешь, выгоднее ей продавать шкуры. Хорошо, говно. Хорошо. Она вообще все покупает дороже. Ну вот, а нужно купить доспехи. 194, 107. Уж чем мои текущие. А давайте купим просто штаны пока, и все, и хватит. Продадим что-нибудь. Вот. Ну, перчатки смысла я не вижу. Плюс 3. Тапки еще можно купить. Ну, потом, ладно. Береги себя. Давайте как бонус... А, здесь, наверное, нельзя карты сыграть. Я бы сыграл в карты. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришлёшь. Или можно сыграть карты, подождите. Иди к дяде! Иди к дяде! А?
Ну блин, жалко, что мужик ушел. Ну ладно, пойдем по сценарию. Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Угу. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгаардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Драка? Вижу. Ну давайте подеремся. Ну? Ну, псы, давайте. У меня новое оружие. А, все? Футбол, воу, футбол. Ничего, все кончилось. Оставь меня, не подходи. Лицо-то у него боги. Уходите и не возвращайтесь. Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгаардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Узиме. Седлайте коней. Почему бы зиме? Откуда такая спешка? Ну давайте, почему бы зиме? Вот его девушка наконец-то нашлась. Ой. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах.
почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Ну, послушаем, что он скажет. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Митины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Довольно долгая заставка, очень долгая. Немножко подлагивает. Ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом... Что? Голова! Голова! Об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Так. В поисках Йеннефер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннефер находится совсем рядом, в Изиме. О, видно Ерудакова. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул.
Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Кстати, ему борода очень хорошо идет, посмотрите, да? Такой мужественный сразу. Получился долгий выпуск, видите, не дают мне сохраниться и закончить. Ну, ждем, когда дадут. А, что не так с моей бородой и будь по-твоему? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Визиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Сразу так помолодел. Я бы дал ему лет 8, наверное. Шелбан хочется поставить сразу. А, твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Их убила дикая охота. Их убила дикая охота. Кавалькада призраков, скачущих по ночному небу? Вестники войны, о которых рассказывают мужики? Думаешь, я в это поверю? Откровенно говоря, мне плевать. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам — это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Превосходно. Теперь, ваша милость, извольте одеться. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправки. Черный, черный, черный? А где моя одежда? А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Ну, наконец-то. Ведьма. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Так, ничего нам больше не дали? Не хватает 15 очков, чтобы поднять уровень. Ну что ж, давайте мы на этом закончим. Собрать полное множество мест. А где места-то? На этом закончу. Получился большой выпуск, но довольно интересный. Я смотрел заставки с удовольствием. Интересная история. И мы нашли нашу девушку, Йеннифер. Наконец-то. Потом будем ее пердолить. Все, всем спасибо за просмотр.